15 февраля известна как дата вывода советских войск из Афганистана, событие, оставившее сильный отпечаток в жизни жителей Советского Союза. В канун годовщины этого события в Доме памяти Оренбурга открылась экспозиция, посвященная этим событиям, под названием «Контингент». Часть экспозиции у нас представлена подлинные предметы, ну, допустим, оружие, каски, обмундирование. То есть мы показываем саму эту войну в Афганистане с 1979 по 1989 год. Но слово «контингент» еще означает и музыкальная творческая группа «Контингент», которая появилась в нашем городе в 1987 году. Известна, в принципе, по всей России, ну, наверное, из стран бывшего Советского Союза, СНГ. Ну и что означает слово «контингент» еще? Это газета «Контингент» появилась в 89 году в нашем городе. Представьте себе, Оренбург, и в нашем городе издается общесоветская по тем временам газета. Поводом для ведения советских войск в Афганистан стала гражданская война, разгоревшаяся там. Войска начали заходить в 1979 году. После этого на протяжении 10 лет советские солдаты выполняли задачи в Афганистане. В самом Союзе о вооруженном конфликте практически не говорилось, и о проблемах вернувшихся солдат мало кто знал. Ну, по сути, мы не знали о них. Не знали, как бы телевидение по тем временам два канала мало показывало. И поэтому проблем было очень много. То есть жилищно-социальные проблемы, проблемы адаптации. И поэтому они вместе собирались, там, и там уже принималось решение, что необходимо газету сдавать свою, необходима своя музыкальная группа. В принципе, у нас здесь вот поколение, которое вот 70-80-х годы, они, в принципе, там могут прийти и вспомнить. А для молодого поколения это просто вот представить ту эпоху. Представить, вот она, пожалуйста, перед вами форма, вот с таким чемоданом военнослужащий возвращался обратно в Советский Союз. Для музея стало уже традицией ежегодно в феврале месяце открывать выставку, посвященную выводу войск из Афганистана. Музей является инициатором этих выставок. И то, что мы делаем эту выставку, и то, что люди могут прийти и прикоснуться к этому, это та маленькая дань, которую мы можем отдать всем тем, кто принимал участие в этих войнах. На экспозиции гости смогут познакомиться с выпусками газеты «Контингент», рассказывающих о ветеранах войны, с вещами и обмундированием советских солдат. Помимо этого, можно познакомиться с творчеством одноименной группы, путь которой сформировался в конце военного конфликта из числа ветеранов. Выставка «Контингент» будет действовать в Доме памяти Оренбурга до конца марта. Познакомиться с ней может любой желающий. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.